Всем привет! Сегодня у нас очередная посылка. Посылочка у нас с Алиэкспресса. Добиралась, в принципе, недолго, ну, с учетом новогодних праздников. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Посылочку я очень долго ждал, так как она мне нужна для работы. Честно говоря, очень долгожданная посылочка. И что мы видим внутри? Раз, два. Все, коробочка пустая, мы ее убираем. Это у нас датчики температуры DS18B20, но они у нас не просто датчики температуры, а водонепроницаемые. То есть это было куплено у одного продавца два лота. Один лот 5 штук стоит $9.35. Я покупал сразу два лота. Это намного дешевле, чем покупать эти датчики у нас, причем ну, раза в три дешевле, если не в четыре. И вот так вот они выглядят. То есть это у нас нержавеечка, нержавейка, стакан. Давайте покажу вам поближе. Термоусадки. Выглядит достаточно хорошо. Проводок у нас мягенький. Длина чуть меньше метра. Хотя пишет, что метр. Да. Длина провода 1 метр. Вот такие вот датчики, которые я сейчас прямо и буду использовать. Ну и чтобы далеко не ходить, давайте я вам сейчас его подключу к устройству и покажу, работает он или нет. Ну иначе, что это за распаковка такая? Без включения. Итак, включаем. Вот подключил я к такому терморегулятору. Вот это показывает температуру сейчас датчика. Датчик я грею лампой. Температура меняется. Вот этот датчик, вот этот провод. Температуру показывает отлично. Это нержавейка, к магниту не магнитится. Это у меня неодимовый магнит. Отлично магнитится. Термодатчику не магнитится. То есть китайцы нас не обманули. Сейчас я выключу прибор, чтобы он у нас не пищал. Вот он пищит, маленькая температура. Потому что это терморегулятор к инкубатору. И это когда температура ниже 32 градусов, он начинает пищать. Так, на чем я остановился? Нержавейка не обманули, датчик отличный не обманули, качество достойное, цена низкая, можно покупать. Ну вот и все. Всем спасибо за внимание. Ссылочку на продавца я помещу под этим видео на YouTube. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.